Запорожец – это такая машина, которую произвели давно-давно. Предок Ламуса и Таврии. Это первая машина, которую сделали в Запорожьях. Запорожец – такая машина, которая была самая первая на заводе. Это, короче, такие бока у него, потом вот такая квадратная крыша, и потом вот такая выпрямленная багажник, такой выпрямленный, как у Астона Мартина. И они ехают. Куда ты скажешь, ты туда едешь. Сеня тоже выпускает Запорожцев. Я видела. Ну, обычно я играю в игру одну у мамы на телефоне, и вот там, короче, есть Запорожец.